Квест «Путь охотника и администратора. Улица Старкова». Здесь нужно убить 20 диких. Там же, где спаржу надо было пометить. Помимо этого всего, после 20 убийств диких, вам нужно подать желтый флаер во дворе. Сейчас покажу, где. Вот сюда в центр встаем, на семерочку биндим. Опа, все, подзадача выполнена. Флайер можно купить у прапора на третьем уровне.